Мы в казарме расположение подразделения артбригады и мотострелкового полка «Олтеслагерь». Вход в казарму со стороны штаба, сразу штаб за нами. Сейчас мы развернемся, разворачиваемся. Вот здесь вход. И вот здесь здание штаба. Прямо. Здесь было караульное помещение. В подвальном помещении это штаб. С левой стороны вон там, там клуб. Здание клуба. Левое крыло. В эту сторону плац строевой. Ну, на крыльце, можно сказать, от крыльца здесь. У нас включено сейчас освещение-то дополнительное. Поэтому тут такое, это крыльцо. Сориентировались, какая казарма. И потихонечку развернулись. Здесь хода нет прямо на первый этаж. Ну, нам сюда и не надо. Влево и вправо, да, вот у нас фонарь еще. Фонарь это не то, что был вчера. Уже, надеюсь, не подведет. Направо, налево, это подвал. Нам тоже туда не надо. Мы вчера частично там ходили. Наша цель посмотреть знак гвардии. Вчерашним днем, когда мы делали видео, я говорил, надо бы проверить, на месте ли он. Забегая вперед, на месте. Видно было тут стеклянное остекленение, наверное. Подвал. Вот. Зато он где дембель написан на потолке. Мы не идем в подвал. Вот он, дата, дата. Какие-то еще тексты есть. Нет текста. Сориентировались вот здесь штаб, крыльцо. И потихоньку пошли на второй этаж. Здесь пролом, извините, проход тут раньше был, сейчас его нет. Закрыто. Ну и сейчас это, видимо, давно уже его тут не было. Налево. Комната. Вот здесь хорошо можно увидеть, что. Вот это что. Здание что. Вот здесь кольцо. Идем на второй этаж. По лесенке. Тут это было. Видимо, это было над входом. Вот это что есть с той стороны? Нет, ничего. Видно, чайная тут было. Что тут написано, нарисовано? Это атрибуты какие. Или помазок. Не вижу. Вот второй этаж. Куда мы идем с вами? Пошли. Это уже второй этаж. Вот здесь, наверное, и был этот щит или вывеска, табличка, плакат. Стекла. Налево помещение. Еще одно.
ж хотели только знак смотреть. Под ногами вот наткнулись на лопату. Стояли хорошие. А что ей будет железяки? Черенок. Одевай и работай. Зашли по коридору, налево первое помещение, прямо плац строевой, через это все тут нарушено уже кое-что. Вот тут кусок элементы. Элемент отопления. Наверное. Маленький помещение. Карта мира. Нет, карта Европы. Обзорная карта Европы. Может быть, даже была на стене приклеена. Очень может быть. Это какой-то элемент стенда. Да, элемент. Щит. Здесь будет вестибюль. Вестибюль или коридор тут. Фойе. Это, видимо, спальное помещение. По всей видимости. Если мы заглянем в окно. Вот окно. Вот сторона клуба. Левого крыла. А это учебный корпус, где слева будет. Ах, ну как, не видно никак. Ого, вот время. 16:31. Тут дверь. Кто-то кубрик свой узнает, увидит. Вот так, наверное, оружейная комната. Вот тут решетки. Вот так. Мы уже близко у знака. Вот он, вестибюль, или же фойе. Так название я точно не знаю, как это называлось. Вот здесь мы проходили, заходили, тут пролом сейчас в стене, можно подняться или на первый этаж спуститься, или же подняться на третий. Или там уже тупик, не помню. Ну, нам туда не надо, зато здесь есть все газеты. Советский спорт. Что тут написано? Известие понятно. Вот тут. Не вижу. Вот Комсомольская правда есть. Известие. Красная звезда. Вот хорошо видно. Красная звезда. Советский спорт. Вся стена, тут обои были. Обои отлетели, газеты остались. Вот какое помещение. Большое помещение, ну, все относительно. Тут арка, арка, не арка.
Солнце появилось. Вообще на улице ветрено, переменная облачность, 28 тепла. Вот мы оттуда идем с вами. Вот оттуда. И поворачиваемся, и вон уже сверкает знак, к которому мы идем. Знак гвардии. Переливается огнями. Там мозаика стеклянная. Кусочки стекла покрашены. Поэтому так блестит. Вон как. Все помещения, которые мы видим, здание само, приготовлено к сносу. Активно взялись после нашего ухода. Потом приостановили по какой-то причине. Вот из окна вид какой. Там стадион. Дальше. Там учебный корпус. Дерево упало. Вышли. Ах, мы смотрели это помещение. Обои тут были на стенах. Пролом в стене был. Да, в настоящее время эти помещения, все здания на территории признаны памятником архитектуры. Ну, сноситься не будут. Вот уже близко. Вот он какой. Знак. Так, мы стали кого? Так, сделай. Знак. Это второй этаж. Здесь вот дверной проем, дверей не было. Нету шторок дверных. Тоже помещение. Большое помещение. Видимо, спальня. Это мы ходим в казарме. Расположение артбригады и мотострелкового полка был. Здесь полк, войсковая часть, 47-279, это стрелки, потом артбригада. Вот и дальше туда идет, по коридору, мы опять в этом вестибюле, вестибюле же, фойе. Вот знак, к которому мы идем. И пришли, собственно. Мы год тут не были, ничего не изменилось, он не поломан, как видите, цел. Кое-что отпадывает. Видно, что на полу лежит. Да, стекляшки лежат. Вот. Стекла. Вот для чего нам нужен был этот
дополнительный свет. Да, сзади, за этим знаком, там уже ступеньки, лестничный пролет на первый этаж, на третий. Тут, видимо, еще подсветка была. Вот здесь видны элементы проводки. Вот проводка. Наверное, подсвечивался этот знак. Ну вот и посмотрели, убедились, что он на месте, ничего с ним не произошло. После нашего посещения, ну, год назад мы тут были. И тут мы завершим видео. Тут зайдем еще в это помещение. Тоже много газет на стенах. Красная звезда. Таджикистан советский. Вот сейчас сохранилось. Состояние хорошее. Ну, наверное, пройдем еще по коридору, который мы осветили, но не пошли. Сейчас мы тут завершим видео. Тут какой-то текст. Раз мы уже здесь ходим, так, то если тут будет посещать, имейте в виду, нужен фонарь хороший. И заходить только через подвал, больше тут никак. Через все эти складские помещения. Вот мы оттуда пришли с вами, вот оттуда. Своей цели мы достигли. Всего доброго. Начнем другое видео. Да, войсковые части размещались, я сказал, какие. Войсковая часть 47-279, подразделение этой части. И артбригада, войсковая часть 50-346. Алтуслагерь. Сегодня 10 июля 2023 года. Ну, время мы уже знаем.